уже нанесла тон и накрасила брови. Сейчас я иду в салон на прическу. И после прически я буду заканчивать свой макияж. Всем привет! У нас уже закончился выпускной. Я пришла домой, уже сняла линзы. У меня так болят глаза и ноги, и спина. Вообще даже не верится, что это все. Честно, мне так лень смывать макияж, но надо. Поэтому я сейчас буду переодеваться в домашнюю одежду и потихоньку смывать это все. Хотя мне так не хочется, чтобы этот день заканчивался, но уже вышло давно солнце, вообще так грустно. Мне, кстати, очень понравился макияж, который я сегодня сделала. Напишите в комментариях, как вам. И мне сделали такую прическу, она уже упала, здесь уже нормально нет укладки, но она очень хорошо продержалась. Хочу сказать вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. И, честно, я снимала это видео чисто как воспоминание, чтобы через лет 5 зайти и посмотреть это видео о том, как я провела свой выпускной. Поэтому всем спасибо. И не забывайте подписываться на мой TikTok и Instagram. И еще телеграм-канал. Ссылки в описании. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока!